Диспансеризация – это комплексное медицинское обследование, которое выявляет риск возникновения онкозаболеваний, сахарного диабета, инфаркта, инсульта и других хронических неинфекционных заболеваний. Все застрахованные в системе ОМС обязательного медицинского страхования граждане добровольно могут пройти бесплатную диспансеризацию, чтобы проверить свое здоровье. Диспансеризация нацелена на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности, а также определить предрасположенность к каким-либо болезням. Диспансеризацию следует проходить один раз в 3 года гражданам в возрасте от 18 до 39 лет. Тем, кому более 40 лет, а также отдельным категориям граждан, обследование рекомендуется проходить ежегодно. Если застрахованный в системе ОМС гражданин хочет проверить свое здоровье, не имея выявленных показаний, у него есть право один раз в год пройти профилактический медицинский осмотр. Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуги, непосредственно в поликлинике по месту прикрепления или через электронную регистратуру. Для прохождения диспансеризации необходимы паспорт и полис или выписка о полисе ОМС. Их нужно взять с собой на прием. Диспансеризация проходит в 2 этапа. Сначала проводится набор обязательных исследований и консультация терапевта. Если по результатам 1-го этапа отклонений в состоянии здоровья не выявлено, диспансеризация завершается. При выявлении отклонений на 2-м этапе для уточнения диагноза терапевт может назначить дополнительное обследование – эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также направить на дальнейшее обследование. По результатам пациент может быть взят под диспансерное наблюдение, направлен на специализированную или высокотехнологичную медпомощь. Чтобы получить выходной для прохождения диспансеризации, достаточно написать заявление и согласовать с работодателем день освобождения. Работники предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Диспансеризация по полису ОМС сохраняет и укрепляет ваше здоровье, а при необходимости позволяет своевременно провести дообследование и лечение.